Как я и обещала, возвращаемся к теме встречи президентов России и Киргизии. Мы получаем первые кадры с этой встречи на высшем уровне. Она как раз начинается. Алмазбек Атамбаев и Владимир Путин должны обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, ход реализации совместных проектов, а также перспективы дальнейшего взаимодействия, в том числе в рамках Евразэс. Добавлю, что это будет вторая встреча Путина и Атамбаева с начала этого года. На встрече с президентом Киргизии в Сочи в начале февраля российский глава назвал Бишкек одним из стратегических партнеров Москвы в Средней Азии.